Let me see you drop it like right, like right. Let me see you drop it like right, like. Привет. Наконец-то свалка. Можете оценить мой стилёк. Да-да-да. Короче, недавно в комбате вышло новое обновление. Не сказать, что я прям впечатлен, но есть кое-какие классные вещички. Мне есть о чем поговорить. Сегодняшняя тема – еженедельные технические работы. На классике и на ру они сильно отличаются. Да, на классике это релевантное обновление, где часто дают возможность приобрести какую-нибудь спросовую или крутую вещь. Это может быть снаряжение, какая-нибудь функция. Найс. Черт. Вот, то есть это те вещи, которые юзает большинство и нравятся большинству. А на ру такого нет, там почти, ну практически каждое обновление это шляпа. Я помню, очень долгое время, прям месяцами ждал, пока разработчики дадут возможность купить сбалансированный нож навсегда. Я, ну так и не дождался, писал очень много раз в поддержку, просил это внедрить, но бесполезно. Вот и кинул. Так. Кроме того, что на классике лучше обновление, тут еще есть возможность закрыть базовые потребности. Ну, типа, приобрести все для комфортной игры. Вот. К тому же, временами мне попадаются реально классные вещи. Кстати, скоро я сниму обзор на одну из таких вещей. Даже несколько обзоров. Вот, заготовочки, идейки есть. Только нужно время. Все в процессе. Вот. Если мне реально понравится какая-то вещь, я захочу ее продлить, я без проблем это смогу сделать. Чел, не трогай меня. Пожалуйста. Фак. Если на ру сбалансированный нож считается какой-то редкостью, то на классике он продается в свободном доступе. Если разработчики так боятся утратить ценность какого-то предмета, то они могут, например, сделать больше аналогов. Или продавать эти кейсы для продления оружия, только не за деньги, а за ИО. Пусть даже за много ИО. Но попробовать, как идея. А то зачем людям игровые очки на ру? На что они их тратят? Ну, на однодневную аренду или на покупку гэшки навсегда раз в год. И то, если повезет с обновлениями. Ну, по сути, на ру эти игровые очки вообще ничего не решают, и игрокам они просто не нужны. Здесь я постоянно получаю такие кейсы для продления оружия, причем бесплатно. Я их получаю за каждодневный вход в игру, из каких-то боксов, из комбо-полей, вот. И я их уже кучу насобирал, если мне реально понравится какая-то вещь, то я без проблем смогу ее продлить. Вот так. Я не понимаю, откуда он знает вообще, что я снимаю. Но есть один момент, который я бы хотел изменить в игре, это убрать категории, на которые делятся эти кейсы для продления. Типа, этот кейс только для оружия, этот для
для снаряжения, это для чего-то. Ну, типа, это ограничения, которые, ну, их не должно быть, я бы их убрал. Вот. Я считаю, что таким образом я упрощу игру другим игрокам. Вот этот трайхардер прям видно. Да, нормально. Его не кикают, походу. Окей. О чем? Да, упростит игру, плюс, мне кажется, это только повысит спрос, интерес у игроков. Да, и убрать, в общем, эти подкатегории, если можно так назвать, чтобы была возможность продлевать вообще все вещи, включая там какой-нибудь цвет ника или мутаген, то есть... Блин, отстань от меня. Черт. Да, против них играть это жестко, конечно. Или нет? Или да? Давайте попробуем пофриранить. Почему бы и нет? Я вот сейчас чисто на чили, на расслабоне бегаю. Взорвал бочку. Гандон. Нет, нет, дядя, нет. Не делай этого. Почему они все там стоят? Просто кемпят. Окей. У меня есть chains. Fuck. Если бы я залез, я бы выбрался. Ладно. Уже неплохо. Потому что в последнее время, скажу честно, я не особо доволен своей игрой. И я это исправляю. Мне важно, я же говорил, хорошо играть, плюс на фоне адекватно разговаривать. Ну, типа, да. Стараюсь. Мне кажется, в такие моменты, типа, когда я остаюсь плюс-минус один и начинаю играть, мне лучше молчать и играть без, без комментариев. Блять, вы поняли. Нет, не надо. Просто нужно грамотно подойти к вопросу финансовых возможностей игроков, скажем так, и денежного дохода разработчиков. На классике готовы тратить деньги, потому что здесь есть спрос и доступ почти ко всем благам. Вот и все, вот и основная разница. Почему люди здесь? Почему людей здесь больше? Как-то так. Спасибо за просмотр. Ребята, мне так приятно, что вы лайки ставите. И комменты вообще тоже пишите, вы не стесняйтесь. Если у вас есть какие-то вопросы, вообще пишите что угодно, не стесняйтесь. Блин, реально приятно. Все, пока.